brains, good brains. А то если полиция у нас увидит, то будет очень большой штраф. Все, ребят, мы сейчас поедем. Тира. Да ты что? Ребят, посмотрите, они все вышли. Ключи тебе оставлю, если вдруг, ну, проснетесь, не знаю, захотите очень сильно домой, там, не знаю. Она спит. Всем привет! Я Маргарита, а я Ксюша, и вы снова на нашем канале. Сегодня мы для вас подготовили очередной челлендж 24 часа. Вы очень просили, чтобы мы провели 24 часа в машине, и сегодня мы попробуем это сделать. А сейчас мы пойдем подготавливать нашу новую комнату. Ну что, пойдемте? Поехали. Что мы будем брать? Подушки мы с собой возьмем. Нам нужно сделать, чтобы было очень мягко. Возьмем все эти подушки и игрушки. Машина у нас большая, и места тоже много. Сначала мы я возьму пледу. Я возьму пледу. Ну что, пойдемте. Сейчас мы здесь пропылесосим. Здесь грязно. Так, а теперь нам нужно делать кроватку. Нам нужно закрыть вот эти вот отверстия, чтобы мы туда не проваливались. Нам нужно еще много одеял. Мы притащили наши одеяла. Теперь будет мягко. Он такой большой. Это мое. Давай. Это моя подушка. Маргита не взяла. Я потом с собой возьму. А я три вещи взяла. Только одну. Мне еще нужно принести подушечку. Да, все. И немножечко можно украсить. Вот здесь можно стаканчик, здесь тоже. Здесь можно что-то спрятать. Вот масочка у тебя положить. У каждого своя полочка. Hello, good brains, good brains. Я вам единорога принесла. Нормально? И... Поместится? Да. Супер, спасибо. Подушку. Подушечку. Раз вы уже с машины не выходите, то я вам все буду притаскивать. Еще подушки. Еще подушка. Там бутылочки с водичкой. О, бутылочка с водичкой. А кушать как вы будете? Вам кушать принести надо будет. Вы правда что ли будете всю ночь? Ну да. Не боитесь, да, что кто-нибудь вам постучит в машину ночью? Да не, здесь спокойно. Еще что принести, говори сразу. Покушать? Принесла слаймы. На. А чем вы тут заниматься-то будете? Вы можете музыку включить. Не знаю, молиться. А нет, батарейку, да, посадите, аккумулятор потом папа вам даст. Я с вами что ли буду? Вообще мягко, нормально? Или вон там будете спать? Потому что здесь ямка все-таки еще есть. Ну да. Может, вон там будет? Уютненько получилось, так прикольно. Мы остались одни в машине. Мама ушла. Я не знаю, что делать. Мне тоже скучно. А я думала, будет веселее. Угу, нельзя покататься на роликах. Почему нельзя? Нам даже выходить нельзя? Ну, в туалет можно. У нас есть одно правило, в туалет можно заходить домой. Только выйти из машины, в туалет, потом опять вернуться, и все. Мама нам принесла игры. Игры. И что-то покушать. И снэкс. Вафельки с шоколадом. Теперь мы будем играть. Да, в эту вот игру. Эту игру. Макси! Во, в гости можем позвать. Зеленые карточки. Вот здесь еще есть. Желтые. Пришло время немножечко перекусить. Вот у нас тут Макс в гостях. Так на улицу хочется. На роликах покататься. Кстати, ребят, мы не знаем, что происходит с нашими комментариями. Ютуб их включает, а потом выключает. Только недавно у нас были открыты комментарии в наших видео. И что вы думаете? Сейчас они закрыты. Так что, ребят, это не мы отключаем, а YouTube. Так что ваши комментарии вы можете оставлять в нашем инстаграме. Ссылочка в описании. Мы слышим, там что-то там капает. А дождь у нас пошел. Хорошо, что мы под крышей. У нас, хорошо, что у нас парковка под крышей. А то бы у нас тут звенело.
Радуга должна выйти, потому что солнышко плюс еще светит. У меня и вот это вот есть. Когда мама придет, блин? Так скучно. Я в Мак хочу. Ребят, посмотрите, они все вышли. Всем привет. Ну да, жарко. Как вы здесь? Нормально? Супер. Супер. Домой не хотите? Да. Нет. Ну как? На улице. Мама, ёмы. Играли в Уно. Кушали и все? Да. Нет. А мы домой пойдем. А мы кушать хотим. Ну я потом принесу покушать. Ребята, у нас появилась идея. Мы хотим попросить папу, чтобы он нам купил мороженое. Только мы должны очень хорошо спрятаться, чтобы нас не было видно из окошка. А то, если полиция у нас видит, то будет очень большой штраф. Все, ребят, мы сейчас поедем. Тира. Все, давай закрывайся. Маргарита, ты что? Все. Что, ребят, мы уже едем? Блин, меня тошнит. Мне тоже. Да когда мы приедем? Вам... Да. Ох, а? Мы это сделали. Que helado compraste? Chocolate y merengue. Yay! Папа купил мороженое. Шоколадное мороженое и с меренгой. Сейчас мы поедем на парковку и выйдем. То есть как выйдем? Папа, мама точно пойдут за ложками, да? И мы тут будем кушать. Выйдем, ё-моё. Наверное, мы багажник откроем. Наверное, все будут кушать тут. Я вся такая лохматая. Я тоже. Нормально. Спрятались? Очень, да, спрятались, но очень душно было. Душно? Да. Как вы хотите здесь спать? Вам нужно ну, очень быстро было. Надо окошко открывать? Да. Ребят, смотрите, какое небо. Ой. Что это? Сейчас ливень будет. В смысле, что это? Ливень? Дождь сильный. Все, пока. Торнадо! Мы только недавно покушали, и мама нам принесла мороженое. И мама плюс еще нам принесла мультикубик. И сейчас мы будем кушать мороженое и смотреть мультики. Сейчас я вам покажу, как оно там. Вы видите? Очень хорошо светит. Да? А Ксения уже легла. У нас мороженое меренги. С double cream and merengue. Это круто! Плюс еще и мультики. Сейчас мы выключим все. Выключи. Кадым. Как вы уже видите, начинает темнеть. Сейчас примерно около 9 часов. И мы, наверное, посмотрим мультик, а потом спать, потому что делать больше нечего. Вот так вот мы смотрим мультик. Опа! Кто? О, мамка! Мам! Может, домой пойдете? Я хочу домой. Ну, пошли. У нас же 24 часа. Ключи тебе оставлю, если вдруг проснетесь, не знаю, захотите очень сильно домой, там, не знаю, передумаете, то можешь открыть дверь. Хорошо? Светильник. Хорошо? Ребят, по-моему, Ксюша уснула. Проверим. Ксения. Ксения. Она спит. А мне что-то спать не хочется. Ладно, я выключу и мультики. Так, я включу
единорожку. Вот. Бибин. А Ксюша... Пау. Не знаю куда, наверное, вот сюда вот. Ну что, ребятки, на этом мы будем с вами прощаться. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, тогда вы никогда не пропустите наши новые видео. Ну а я постараюсь уснуть. Всем пока! До встречи!